Ponle. Ну это онлайн. Очень много разных ребят, в том числе и дебилоидов. Здорово, народ. С вами я, Виталий Вит. Сегодня я решил погонять в онлайн Project Cars. Так, что у нас тут? АБС. А, все у нас выключено. Красиво, хорошо. Не получается у меня в последнее время пилить по ней видосы. Вот. Что у нас тут за тачки-то? Я не понимаю, что, одна только что ли? А, нет. Все GT3. Так, давайте возьмем Авдотью. Так. И сегодня покатаемся в онлайн. Посмотрим, что у нас из этого получится. Вчера так душевно покатался. Блин, нашел группу, не успел записать, зараза, вчера. Что-то никому не успел ни присоединиться к друзьям, записаться. Вот. Так душевно, прям вообще прям. Так мне понравилось. Так, что у нас тут? Готово. Так, а что у нас вообще? Это как его? По онлайн. Сколько у нас будет? 12 кругов. Это нормально. Так, а ну тут все у нас отключено. Мы с вами смотрели, да? В принципе, радует эта тема. Погнали. Вот, и вчера душевно так катались, блин, прям тупорылых, прям сразу, прям все так прям раз выкидывали нахрен, голосуют и все. Некоторые тупорылы уже прям наквали. Так, мы 28-й, ну это хорошо. Движок поет прям один в один, как и у этой Lamborghini. Так, ну тут заквалиться могут даже и не дать. Ну вот уже тут гонка уже началась еще на квале. Ну вот вроде нормально, ребят пропускают. Ну хотя не все. А, тут включены призраки. Уже шестые.
Так, ну еще там секундочку у нас. Так, пятый, вот это уже лучше. Итак, друзья, квалификация закончилась. Мы получили пятый. Ну, это онлайн. Очень много разных ребят, в том числе и дебилоидов. Поднимаем хвост пистолетом.
У меня сегодня другая задача. У меня задача сегодня не выигрывать, а вообще как бы сохранять темп после такого отсутствия. Мы уже вторые, как бы это хорошо. Радует еще то, что мы недалеко от вот этого, назовем его товарища. Надо там оттормаживаться побольше. Фух, не дает нам расслабиться Феррари сегодня. Улетел этот деятель. Но на горизонте у нас второй деятель. И тоже он идет в атаку.
Сказалось, конечно, мое отсутствие. Долгое в этой игре. Но ничего. По факту, если так разбираться, мы действительно слабее вот этих двух Феррари. За нами 3 секунды разницы, так что надо сейчас собраться и больше не ошибаться. Держим темп, стараемся. Шестнадцатый товарищ здесь затерялся. Непонятно зачем. Но всякое бывает в гонке. Давай. Отыграли позицию.
Я, конечно, понятно, что очень много ошибок на сегодня. Фу, но, ребят, после такого отсутствия... Едем дальше. Ну, у нас пока четвертая позиция. Разворот кого-то там.
Что у нас там впереди? Феррари, конечно, нам сегодня не догнать. Получается, мы догоняем круговых. Чувак впереди просто катается. Очень надо быть внимательным. Из-за наших, конечно, разворотов у нас уже далеко от третьего места мы даже. Но первый блин комом. Попробуем сейчас хоть какой-нибудь круг собрать.
Передо мной круговой. Круговые ребята у нас впереди. Надо нам аккуратно. Ох, круговые молодцы. Так, походу мы товарища настигаем, который третье место. Последний круг, я не знаю, успеем мы его. Сделать. Волнуется, конечно, и он, и я. Аккуратно. Последний круг. Завершение последнего круга. Не хватило нам, конечно, опыта, наката. Было много ошибок. Но для первого раза я думаю, это неплохо. Фу, четвертое место.